Про учебники и тетради, уроки и контрольные можно забыть до сентября. У школьников начались летние каникулы. Время беззаботное, когда можно несколько месяцев посвятить своим любимым увлечениям. И где найти занятия по душе, как не в любимом летнем лагере? В центре «Юнармеец» состоялось открытие первой летней смены. Школьники с нетерпением ждали этого момента. 270 ребят приехали в лагерь, чтобы провести время с пользой. Поприветствовал отряды глава городского округа Андрей Булгаков. Руководитель муниципалитета пожелал ребятам отличного отдыха. Чтобы было очень интересно и круто. И отдельно хочу поздравить и поблагодарить всех, кто работает здесь, всех воспитателей, а также вожатых и всех, кто сегодня вот рядом на трибуне. Только вперед, с каникулами! Ура, юнармейцы! В день открытия первой смены Андрей Булгаков осмотрел территорию лагеря, спортивные площадки и костровую, а также жилые корпуса, актовый зал и пищеблок. В целом уделил внимание условиям нахождения ребят в юнармейце. Стоит отметить, что особое внимание руководство центра уделяет соблюдению санитарных нормативов. Оборудованы все корпуса специальным оборудованием – это рециркуляторы воздуха. Они размещены в каждом корпусе, в каждой игровой зоне. Ежедневно, утром и вечером мы измеряем температуру как у сотрудников, так и у детей. Первая смена продлится 3 недели и будет носить творческий характер. Школьники смогут научиться шить мягкую игрушку, познакомиться с оригами и другими техниками. Для ребят будут работать различные секции, мастерские и кружки. Всего же за летнюю кампанию в центре «Юнармеец» отдохнут порядка 1000 школьников. Запланировано проведение 4 смен. Анна Балиет, Сергей Максимов, Екатерина Беляева, Щелковское телевидение.